Не мешает, я убрал, блин. Ну, блин, ну, я только убрал. Подожди, я не могу с мыслями, меня надо отметить людей. Я не... Асен! Асен! Напомни фамилию парня, которого я вам подогнал. У меня есть в списке. Имя, имя хотя бы. Надирхан. Каун Кунишев. Да, сейчас посмотрю. Да, это он. Надирхан у него. Сколько их? Мир, подожди, сказали, что не снимаются с турнира. Кто? Что не снимаются с турнира. Кто? Мир. Какого турнира? С которого, на которых их не заявил. Ну, 6 на 6. А это без них 14? Да. Я их не считал. Я как бы, ну, догадывался, что они не будут играть. Они в тики-таку идут по будням. Да? В тики-таку по будням играть. Американская лига одна из самых популярных, там ни фото, ни видео, просто берет именем. Там сколько там, 50 тысяч подписчиков в инсте. Там звезды иногда приходят всякие. Да какая реклама, господи, ты что прикалываешься? Ну не играли они, если что, просто там на какие-то финалы. Да, я хотел, кстати, перенести, блин, вообще из головы. Сегодня все перейду. Да, я тоже. Я 8 лет. Я могу во вторник уже. Окей. Они же куда-то уезжают, их не будет дома. Кто, сегодня? Ну, я даже играть не буду. Я 8 часов лягу спать, чтобы завтра проснуться, чтобы мне весь день был свободен, чтобы не ходить спать. Ну да. Давно пора. Эрик, who is it? M-A-R-L-O-E. Ложик, пробивай сам, ложик, чипс. Топ на серии, по сама. Пропускай. Ну, Аркас еще будут играть сами, я так понимаю. Ну, своей командой. Аркам. Ну, он типа, я не знаю, он мне не смог объяснить. Я спросил, он хочет 5 на 5, я спросил, а ты что, 5 на 5 хочешь больше, чем 6 на 6? Он говорит, нет, я хочу больше 6 на 6. Я такой, ну, так выбери, где ты хочешь играть. Он тебя не понимает, это, наверное, что у тебя. Я же через транслейтер. Командовать нет, чтобы по игрокам каждый знал позицию. Верно. А то каждый по-своему туда. Баха, баха.
Можно сразу, знаете, кто по игрокам взяли? Не-не-не, просто медальки надо. Ну, вместе с фотками. Да-да-да. А ты карточку эту Эрику не отдала? Я отдал Боре, он ему передаст. Пропускай, Рома, сам. Там инста уже разрывается, наверное, в отметках. Инста разрывается в отметках уже. Хорош, хорош! Это первая линия! Пойдите, пойдите! Если бы Шахтер был в финале. Если бы Шахтер был в финале. И вместо бригады. Не, ну тут игра так получилась. Ну да, не хватило очень сильно Эрика, конечно. Но... Памир как будто бы морально проиграли почему-то. Они как-то... расслабились или быстро сгорели, я не знаю. Как-то, не знаю. Что их прессинговали, можешь сильно... Не знаю, короче. Что-то было вот не то. Уставшие, знаешь, какие-то. Может, с работы пацаны пришли. Бригады заряжены. Да, бригады заряжены были. Один этот старший чай, он не играет, болеет. В чемпионате, кстати, Астана выиграла. Чем остальные? Ну, хорошо, наверное, мы стоим. Если посмотрю, что ты там на телефоне снимал, если хорошо снимал, то запущу тебя за съемку. А мне кто за тебя заплатит? Ты председатель. И чё? Чё, бесплатно я? Нет. Ещё мальчик. Покормлю тебя, ладно. Блин, так тебе зубы еще плачут, я тебе делал смысл. Может 10? Ворота, ворота!
Ну, мне больно, мне болит все, блин, надо меня бить. Премию получишь потом, в конце. Когда там новогодние премии дают. Алло, алло! Посмотрим, подожди, блин. Что ты, какого хрена тебе надо за это на камеру все сейчас здесь обсуждать? Тебе же хуже будет. Пешком домой еще поедет, блин. Я знаю. Если ты живешь в даунтауне, сможешь. Атуль, ты же сам дочь, не тащи, ты гоня пошел. Двигайся, блядь! Я бы тоже там сидел, там скамейки, блин. Нар или Гасан? Нигде. Ну, в каких-то своих там были памирские игры, какие-то такие. Ну, это там больше однодневные турниры. Вот. Так товарки играли. Я также буду подключаться.
первая игра будет. 6 на 6, короче, арк против Титана. Акай. Нет. Что парк выиграл. Желтый. Виба, Синг, Виба. Виба, вон. Орта, орта. Венга. Эй, эй, эй. О, тукемус. Спина, смотри, спина. Хорошо. Да. Много. Все новые, которые были против нас, это все мои. Они, видимо, еще друзей привели. Мне написал чувак, у меня там 4 человека. Есть. Я связал их с Эриком, вот эти 4 приехали. Ну она типа мазь. Я прошла вот эту заморозку. Тут у них нет таких инвентарей. Есть какие-то маленькие баллончики за нереальные деньги. За нереальные деньги, да. Здесь как мазь, типа, знаешь, обезболивающая мазь с охлаждением и потом с нагреванием. Только все время, когда мы рождались, прямо начало базарить, камера вообще не сумела. Давай, Сет. Мне 10 человек сегодня, ты чё? Почему? Армен с Оручем. И люди. Оруч в туалете. Вот Оруч. В туалете вот он стоит. А, да, понял. Позвали? Ай-яй-яй. Кель-кель. Дело тайма. Хорош, хорош. Я взял. Не, братан, ты просто подсказывай. Деньги, но не сами сказали.
Ты видишь, получается. И вас индекс всем последним двойной с голосом играть. А, так было. Третье место то, да? Да. Но они решили, что... Да. Да. Хорош! Эй, ой, насось, блядь! Спишь, пипа! Play! Неси! Ну да. Махаш. Это последний Это мой игрок. Надо брат мне грин. Надо брат. Она вот пакетка с утра ласа что? Ну ладно. На любовь ты что меняет? Можешь ходить. Я думаю, я меняю боль на любовь. Дай, дай, дай. Хочешь, чтобы вратарь ногу сломал в следующий раз? Курин! Опасно, приближается.
что? Фабр, фабр. Я 100 раз тебе минут назад сказал, ты что? Ты, конечно, вообще... Ой! А? Я не сказал, кто приедет, я сказал, кто-то приедет. Но я не сказал. Ты там не пройдешь. Только тут вход, вот. Это Богдан. Да, у меня сегодня 3 новых. Или 4. 3 вроде. Один чувак с Казахстана, один с Украины и один африканец. Ой! Это что за туристы идут, слышишь? Эй, полиция моды! Ой! Они вместе покупали, что ли, что? Эй, как сунул? Браво, браво, смотри, посмотри, браво, видишь? Рев, сколько осталось? Ну, 28 сыграно, не знаю, как у него тут. Хорош! Я тайм-аут добавлял, Коль. Это ты зря. Ой, нет, ты маму ты не останавливай. Новый составной. Арта IQ, арта IQ. И сен он жанда. Смотри, жара на финал приехал. Смотреть. Он меня спросил, Джо, вы на следующей неделе начинаете новый турнир, я ему сказал. Баха, сол, сол, баха. Нет. У меня нет команд. Ну, он расстроился на вид. Конечно. Я сказал, что мне нужно дополнительно неделю-две, чтобы точно собрать. Он сказал, что у него есть желающие на это время. Типа, ну, скажи мне, как можно скорее. Ну, типа, команда просит утро, знаешь, играть. Ну, вообще... Вообще, 5 на 5 у меня, ну вот Арк, Шахтер, потому что он планирует заявиться в другой команде 6 на 6, а 5 на 5 оставит Шахтер, проиграл. Арк, Шахтер, мы, ну Солянка, если говорю, соответственно, 4, Феникс 5. И... Феникс 5. Кто шестой был у меня, слушай. Не знаю, не помню, честно не помню. Ну, что с командами? Ну, посмотрим, я вот думаю... Я думаю, что лучше что сделать? Либо набрать либо этот турнир, либо вот эти команды просто перекинуть 6 на 6. И Феникс Яр. Что лучше сделать? Тоже, знаешь, и на тот турнир надо будет затраты в плане награждений, денег, призовых, всего. А кто будет играть? Я бы не засчитывал. Лево один, лево!
Петри. Ты можешь поснимать концовку меня напередеться? Пожалуйста. Крафу не поедем праздновать закрытие. Первый сертификат. Что? Нет, мне понравилось, что вкусно было. Кебаб очень даже съедобный. Блин, мне надо Богдану сказать, чтобы он переодевался. Богдан! Вон наши ребята в золотом, можешь переодеваться, скоро начнем уже. Я не могу, я с камерой. Я подошел к одному, ко второму забыл. Африканец за нас играет. А, темнокожий? Да, это наш. Что, просто ему сказать привет? Ну, он, да, просто, чтобы он себя не чувствовал, блин, одиноким. Скажи, что он может взять ботинки в аренду там, типа турфу, 40-ножку. Я ему сказал, он что... Где, вот там аренда? Да, вот там должны дать ему, да, да, 40-ножки его размера. Что, чтобы он в кроссовках не играл, не знаю. Зовут его Эмека. Ну блин. Еще одна. Ты хочешь это уехать отсюда, да? Нет. Ну ладно, ладно. Ну у них да, у них большие. Мне так сказали, я не знаю, откуда он. Ну, сказали африканец. Не, он африканец. Мне сказали, он, типа, африканец. Эй, Вандо! Следи за ним, как он мячом владеет. Хорош. Агент Пьетр. Пьетр сработал. Петро, точнее, извините. Давай, мама. Усын! Здесь он умеет стоять на ворот. Да. А? Ты его видишь, коллега? У нас будет в составе сегодня Эмека и Калека. Чуваки просто приезжают, даже не играют, свой досуг здесь проводят, видишь? Ну, Размик, допустим. Нарек с Гашановым тоже весь день здесь.
Ты на сколько смотришь, сможешь за камеру встать? 16 минут. Эркеру. Ты как Стас, короче, все. Только деньга. Вага творить. Ай, не надо. Шахтер сегодня приехали тем составом, которым против нас играли первую игру. Вон. Александр приехал. Кто приехал? Александр вроде его зовут. Осузян. Осузян. Что их мало опять? Давай. Спортивный. Что, Маш? Из спины. Ну да. Он бегает, как он бегает. Конечно, он бегает. Подходит. Даже спрашивать не надо. Или принято. Твой бегает. Я не знаю. Я спрошу у него. Он, наверное, сам собрал уже тут усил. Ну не туда. Бригада довольна будет, думаю. Бригада довольна будет. Я больше такой кубок не куплю. Шесть-четыре вы ведете. Да. Удивительно. Не мочь. Они всегда выносят во втором тайме. Я первые 4-4 роли забыл, все лет. Сразу! Можешь встать уже за камеру? 12 минут осталось. Ладно. Я же сказал тебе, что у меня просто болит спина. Хороший все. А? Рома! Хорош!
Ох, ошу! Ох, ошу! Али, 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 али! Я перейдем, встану назад. Чтобы мы не задерживались за мои передвижения. Я шорты не взял. Да, там шорты в сумке, вот тут лежат ее шорты. Я не смотрел в арку, сам посмотрел, потому что там, возможно, на камере не видно. Не было, а камера не успела. Я знаю, что я делаю. Ну, все, по игре, забивай, по игре выбирай. Надо все, дом хатюгурный ряд, отбивать эту муку. На зале не обещаю. На мяч играем, набегаем. Давай! Давай!
Бей! Рома, вот, можно? Голи! Рома! Пошла, Рома! Рома! Шкел! Ты вас! Вон два мяча там. На той стороне. У него голос какой, Эрик? Да. Это кто кричит? Я не знаю, кто-то из... Вон там, да. Ну, это с женой он или... Есть. Thank you. Главное сказать. Бы нет. Только буквы больше они добавили. Немножко предложений больше. Мяч улетел, что ли, летит? Уже печи. Пусть идут еще. А, вон прилетел. Мячик мой не просрали, да? Не знаю, там пацаны шпи. Вроде не стоит. Откуда ты его знаешь? Приходил на просмотр? Пацаны? Африканцы. Африканцы? Он со мной в зале занимается. А, ты же сказал, да. Вы живете рядом? Он с Егором живет, судим, с украинцем. Да, с Егором. Егор мне написал. Егор в баскетбол играет. Со мной. Ну там бывает иногда бегает. Да. Этот баскетбол приходил, Егор его притащил. Корявый бегает, сука. Футбол я не знаю, как он играет.
Егор написал, что хорошо. Не знаю, посмотрим. Я решил посмотреть сегодня. Ну, бьет что-то там как-то странно. Ну, хоть первый раз мяч. Слушай, любовная партия его просто подпихнул, чтобы не было чем заняться. Может быть, не знаю, просто одна из версий. Ну, в плане, чувак, ну, хочет что-то ему интересно спортом двигаться, но Егор добивает словечко домой. Не знаю, может быть, это просто одна из версий, учитывая то, как он мяч бьет. Сколько у нас? Нас 9 должно быть. Две четверки нормально. Ой, ой, тобою! В шартанах холодно, блин. А? В шартанах холодно, блин. Стоять будет. Сколько стоит? Минут. Серия пенальти сейчас еще будет долго. Серьезно? Да. Какая серия пенальти? Че? Ну так вот. А сколько еще там? 6-6. 6-6? Да. Минут. Пусть кто-нибудь забьет. Бергали. Забивай, чувак, забивай. Блин. Давай, давай. Иди. Обидно, досадно. Ну ладно. Посмотрим, может. У меня горочка постоянно стоит, у меня сейчас слишком дохуя. Реально? Ну, хорошо стоит? Слушай, неплохо. Сколько мы побили, войдет. Ногами не почувствовал я, как он, но... Не, ну вы типа просто ему бьете, да? На ванной постоит. А? Я думал, вратарь. Не, он не вратарь. Ну, он играл, стоял до этого. Да. Просто последняя игра я смысла особо не видел. Ну если что, будем меняться. Реф, после удара пусть к тебе уходит. И контролирует тему. Где мяч? Ему про ноги объяснил? Нет еще, но когда встанет, я объясню. А то сейчас будет для него откровением. Высыл. Да, конечно. Давайте. А там и проигрывали, и выигрывали. Ой. Да? Да, да, да. Туда, туда. Пацаны, туда. Кто ударил туда? Шар. Кто ударил туда? Кто ударил туда? Next, guys. Вообще пять? Next. Next. Рома, горят они. Никому дожиться. Да. Control de ellos o no? Sí. Bajo, es un lugar de juego. Gol. Está bien, está bien.
Что-то у вас сегодня мало. С вашей игрой все мазали, сейчас все забивают. Ну, их научили, братан. На опыте. Они нас давай, Ром! Бро, right there. Заигнорили вот этот момент. Странно, сами пишут и говорят. Держи ударчик. И что там Мишаня надо? Давай включим вообще, если хотите. Мишаня, я же ставку поставил. Сюда, брат, сюда. Мишаня, ты сегодня играешь только правой ногой, понял? Рома! Рома! Ты что, вошел с кем от твоих ворот, брат? Я буду сегодня выбегать, ломать своих пацанов, кто левую ногу оставляет, закрытый. Yeah, last one. Last one. Дали. Спасибо.